До 1 ноября субъекты страны должны согласовать с Федеральной антимонопольной службой план развития конкуренции. В Чувашии планируют утвердить 38 ключевых показателей. Эти показатели отражают долю частных организаций на том или ином товарном рынке. Круг показателей охватывает все сферы деятельности. Учитывая, что Чувашская республика занималась реализацией требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в соответствии с распоряжением правительства России, на многих рынках основные показатели уже выполняются. Высокая конкуренция сейчас наблюдается в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении и образовании. Проблемным является рынок лабораторных исследований. В республике нет ни одной частной организации, которые бы выдавали ветеринарные сопроводительные документы. А вот в сферах промышленности, электроэнергетики и реализации нефтепродуктов стопроцентную долю занимают бизнесмены. Последний раз утверждали их о необходимости внедрения антимонопольного комплаенса в органах власти. Я думаю, вот до конца года нужно мероприятие уже начинать нам. Национальный план развития конкуренции должен быть реализован до конца 2020 года.